Всем привет, дорогие друзья, с вами Швид, и мы играем в игру под названием «Фрукты 3D». Сразу хочу сказать, что видео снимается для канала «Игры ВК». Погнали! Так, нажимаем «Играть». Это апельсин, киви, яблоко, кундика, яблоко. Отлично. Режем все. Кстати, в этой игре также доступны джедайские мечи. Да. Так, ладно, попробуем заново поиграть. Играть. Оп-оп. Я покажу вам, как на самом деле режут фрукты самураи. Оп-оп. Я даже на него не навелся, и он порезался. Сил до самураев. Так, оп. Печалька. Оп. Веточки, кумчика, яблоко, банан. Так. Отлично, режем. Мне очень нравится, когда режут арбуз, очень красиво выглядит, честно. Оп, оно так взрывается. Оп. Взрыв выглядит красивее, чем вот этот вот взрыв от бомбы. Мы вообще не взрыв от бомбы. Так, режем все на своем пути. Я ничего не вижу, и, конечно же, я уничтожил бомбу. Мы заработали 9 золотых яблок. Отлично, играть. Окей. Давайте я вам покажу вот этот вот джедайский меч. Заходим в магазин. И вот клинки. Тут есть вот джедайский синий меч. Сколько он стоит? 7 рублей, 1 голос. То есть получается, он стоит 7 рублей, 1 голос. Блин, целый 1 голос, понимаете? А вот красный, блин, стоит 3 голоса. За что? Ух ты. Воскрешение, замедление времени. Не, мне такая магия, честно, не нужна. Меня, кстати, и такой фон устраивает. Мне просто было бы интересно с этим джедайским мечом, как оно выглядит световым мечом. Оп. Стой, подождите. Я кое-что не понял. А почему тут написано джедайский красный? Потому что все-таки у джедаев нет красного меча. Вот уже красный меч есть только у ситхов. Вы сначала знайте, у кого чей меч. Так, ладно. Ирам. Бич. Гада. Туэй. Оп. Я как будто это семья. Фух. Капец, хотя бомбы не задел. Так. Попробуем продержаться аж до конца видео. Так. Задание бесплатные мечи. Окей, установите игру и прийти установите игру и получить 10 тысяч фанатов. Серьезно, я сделал задание.
Печалька. Что же, дорогие друзья, к сожалению, я должен прощаться. С вами был Вышевид. Подписывайтесь на канал Игры ВК. Всем пока!